Цепочка, прошитая также с черной тканью, и в нее можно положить все, что вы захотите. Даже когда вы идете по магазинам или в парк, или на свидание, куда бы то ни было. Но к тому же она очень легкая, невесомая, в отличие от больших и громоздких сумок. Но также есть в ней еще один секрет. Сумочка состоит полностью из одной застежки. И я вам продемонстрирую, как она трансформируется. Открываю нашу сумочку. Смотрите, как легким движением руки сумочка превратится в одну единственную форму. Кстати, в сумочке есть кармашек отдельный, в который можно положить что-то небольшое. Для того, что-то индивидуальное, чтобы не путаться с общим содержимым сумки. Попробую вам показать. И вот наша сумочка превращается очень простым движением руки вот в такую молнию, вот в такую ленточку. Вот, видите? Очень красивая ленточка. Вы спросите, для чего нужна эта молния? Очень просто. Она может быть вам полезной и в быту. И также, например, вы забыли дома